Доброе утро, друзья! Наступил четвертый день нашего путешествия. Вчера я ничего не снимал, а сегодня мне очень плохо. Вчера нас прокляла цыганка, которая дала 100 рублей, а она ожидала 3000 рублей. Она повязала нам на руки красной ниточки, я повелся. Потом говорит, а это платно, по 500 рублей. Я такой начал сотку и ушел. Потом я скинул эти ниточки, конечно же. Мы сходили на новый пляж, но там ничего особенного. Пришли в номер, взяли шашлыка, там было очень много лука. Я ел как невменяемый. И ночью я проснулся от того, что мне стало очень плохо. Лилось у меня, ребята, изо всех щелей до самого утра. А сегодня мы едем на экскурсию в Новый Афон. Чувствую я себя не очень. Ну, будем прорываться. Пожелайте мне удачи, и мы начинаем. Что-то мы походили по Новоафонскому монастырю и не впечатлились. Походили буквально 10 минут. Купили две иконки и вот вышли. Что-то расхваливали его нам. А что-то как-то по факту это фиг знает. Ну посмотрим, что дальше будет. Дальше мы какую-то еще пещеру пойдем. Там, говорят, экскурсия часа полтора. Вот и посмотрим, может там будет круто. Зай, как эти вот эти называются? Эти вот эти. Ну деревья вот эти. Да. Кипарисы. Красивые. Такие размашистые прям. Кипарис. Кипарис. О, чик. Дегустируем мандариновый сок. Какой холодный. Шляпа какая-то. Чуть со льдом. Развод чистый. Ваш вердикт. Говно. Не стоит. Нет. Просто разбодяжили чего-то. С водой. И все. И продают под видом. Он просто концентрированный. Тут, наверное, 80%. 90% воды, 10% вот этого самой выжимки мандариновой. Вот и все. Не знаю. А вон крепость. На самой вершине. Водопады будут завтра. Красота. Выгрузились туристу. Идем на водопад. Вот этот развод цыганей. А вот, собственно, и водопадик. Короче, видите вот этих женщин? Они ходят с ниточками. Они, короче, вам повяжут эту ниточку, наговорят там бла-бла-бла, а потом скажут 500 рублей. Для львов предлагают за 200 рублей. Ну что, зайчик, пофотографировать тебя? Не упасть бы. Ноги-то не ходят.
Все. Про что я и говорил. Ну тут уже покрасивше. Правильно? Ну да. Такая колоритная ЖД станция, да. Клевая. Угу. Угу. А в пещера где-то? Вот там вот, сзади вот? А, нет, это туннель, смотри, какой туннель в гору. Классно. А, тут вот еще внизу беседка. Ну ладно, все, у нас перерыв на обед. Куриный супчик. Хачапури. Куриный супчик и компот из кизила. Покушали мы. Отвратительное заведение. Туалета нет. Курим вонище. Хачапури вообще отврат. Ну, суп такое себе. 410 рублей. Два супчика хачапури и компотик. Не рекомендую. Не люблю, когда меня преследует чувство, что меня где-то наебали. Вот это вот. От турфирмы поехали вот в эту вот хлебаловку, жаровню вот эту вот, пожрали какого-то говна, еще за это деньги отдал. Вот не люблю это чувство, что вчера цыганка, что сегодня вот это вот обжираловка. Впечатления мои портятся. Мне больше интересен пес. Да, песик? А зайки-лебедь. Это мы приехали в Приморский парк. На пруду качает павшую звезду, на том пруду, куда тебя я. Короче, мы на входе в пещеру, стоим в очереди. За все сволочи берут бабки, 10 рублей, туалет, еще что-то там. Снимать нельзя, типа за съемку платить. Ну, ну да, будем снимать, естественно. Короче, стоим в очереди. Да подожди. Противные бабы, блядь. В абхазском метро. Там аж стекла запотели. Пипец. Я тоже. Жестко. Да. Часто в каком-то подвале идем мокро. Где картошка воняет. Как вы уже понимаете, что тут ничего не будет видно. Добрый вечер, ребятушки. Мы дома. Сейчас уже вечер. Как мы вышли, не стал снимать, уже ни сил, ничего не было. Пошел ливень, который до сих пор не закончился. В общем, что, приехали в 4 часа, зашли в номер, я выпил ринзы и уснул. Температуры нет, но ломило ноги и спину очень-очень страшно. В целом, экскурсия понравилась. Пещера, вот в пещеру стоит сходить однозначно, а ну Афонский монастырь и водопады вот эти, ну так, ну цена вопроса вот 600 рублей максимум,
больше дорого, а меньше как бы, ну, и смысла нет, как бы, ну, никто не будет за меньшую сумму возить людей. То есть, в целом, 600 рублей это нормально. По поводу вот этого сервиса и так далее, ну, друзья, к этому надо будет привыкнуть. Главное не сравнивать с Турцией, с Египтом. Тут все это немного не развито и есть некие проблемы. Вот такие вот дела. Ладненько, пойдем ужинать. А вам до новых встреч. Поддерживайте Поребри Шоу лайком, подпиской. До новых встреч.